Всем привет! В этом видео отдельно поговорим о личных границах и личной территории. Потому как если у нас в нашей концепции, в нашем менталитете нету этих терминов, нету определений, скорее всего мы с трудом регулируем свои личные границы и разрешаем другим людям без спроса приближаться слишком близко к нам, я имею в виду, тем людям, которые претендуют на наши ресурсы в виде нашего внимания, времени, наших усилий и так далее. Да. Поэтому нам, если у нас появляется такой термин, такое определение, как личные границы или личная территория, мы начинаем задавать себе вопрос, на какие классы, на какие группы мы будем разделять людей, близких, родственников и знакомых с точки зрения общение и взаимодействие. Это может быть одна система для родственников там, и знакомых, и соседей, другая система для друзей, третья система для коллег, или это может быть одна универсальная система, что мы людей классифицируем по степени близости и нашему, по степени нашего желания общаться с ними и взаимодействовать. То есть мы можем, условно говоря, назвать близкие – это те, которые находятся в самом тесном круге, с кем вы хотите общаться и которые максимально вам важны и дороги. Потом это классификация знакомые, которые уже имеют немного другой уровень доступа, с которыми вы взаимодействуете по мере необходимости, по мере желания с ними взаимодействовать и по мере какой-то выгоды взаимной. Да. И как бы третий круг – это условно незнакомые люди, которых вы не знаете, но в силу различных контекстов вы с ними сталкиваетесь, каким-то образом взаимодействуете, и у вас возникают какие-то взаимные интересы. Соответственно, здесь тоже нужно, как говорится, расставить все точки над «и». И групп может быть не только три, их может быть 4-5, подгруппы могут быть. Это лично ваше дело, как вы расставите эти границы. Как только у вас появится классификация, вам будет значительно легче общаться и взаимодействовать с другими людьми, потому что вы будете четко понимать, что вы хотите от них, чего хотят они от вас. Соответственно, вы будете регулировать количество своего времени, количество своего внимания на взаимодействие с теми людьми, которые вас окружают. На этом все. Надеюсь, что понимание личных границ освободит огромное количество вашего времени и вашего внимания. Привет!